а эту тянем от него. То есть мы его разворачиваем. И ногами поворачиваем. Раз, оп, и он упал. Сейчас меняем захват. Дочки матери, будете играть в другом месте. Придет день рождения, еще что-то, после уроков. На уроках надо учиться, на тренировке надо тренироваться. Еще раз, не забывай рукой. Одной тянем сюда, второй как бы разворачиваем его. Дальше, работаем ногами. Вот как у нас ножки, просто меняем положение. Два, три. Можно оставлять и руками, а можно эту руку отпустить. И не надо хватать за шею, просто вот это движение делаю. Раз, 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 то падает. Еще разочек. Еще раз посмотрите. Лопать. Раз. Дальше что? Нога. Видите, уходит. Раз, два. Я уже повернулся спиной. И руками чуть-чуть. Именно не от себя, а к себе. Хоп. И бросочек. Вопросы есть? Нет. Так, Артем, сюда. Вадим, начинай делать. Ты делаешь первое. Вы сюда, Кристиан. А вы прятаны. Так, Аделина, Вадим. Михаила, Жасмин, сюда. Михаила, Жасмин. Жасмин начинает работать. Ко мне. Алиса, да, вы ко мне. Девочки, идите сюда, пожалуйста. Андрей, пожалуйста, все. Делай ее, пожалуйста. Все. Аджина, пошли. Стоп. Вы начинаете руками, а ноги остаются. Давайте наоборот сделайте ногами, а потом руками. Печуарь, потом мы. Пошли. Печуарь. Раз. Еще могу. Стоп, матрешка. Даже еще. Иди сюда. Я еще покажу. Стоп. Еще раз покажу. Посмотрите внимательно. Посмотрите, вот я держу захват, да? Я отпускаю, руки у меня не уходят, я отпускаю захват, поворачиваюсь, и видите голову, хоп, она падает. Все, отжимаем. Так, иди к ней, иди к жесткости. Иди сюда, иди к ней. Делаешь три выстрела, говоришь мне. Пошли. Вот так, умница. Стоп, поменяем здесь. Поехали. Ты бросал? Значит, ты делаешь. Ты бросал, потом ты еще бросал. Три. А жена? Да. Но, что ты говоришь? Ты приходишь раньше, делаешь раньше. Можешь вот взять, например, сегодня взять Сашу. Звезды 20 и свободен. Хорошо. Да. Три. Сейчас закончим. 2 часа закончим. 2 часа.
часа закончились. А сейчас сколько времени? Два быстрее не сливать. Ну, ну. Давай, 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 давай. Вот.
Молодцы. Теперь мы сегодня должны еще с вами. Прошу вас, сели туда. Артем ко мне. Пожалуйста, садимся. Зачем бросать форму? Дай мне ее сюда. Так, вас, девочки, прошу перейти туда. Прошу перейти туда, все вместе. Теперь смотри, Селима. Не понял. Садись. Садись. Занято? В туалете занято. Там свободно. И сейчас у нас должно быть... Значит так, заднюю подножку мы знаем. И вот мы сделаем сейчас два приема. Может, чуть шире. Значит, мы делаем заднюю подножку. Раз. Он падает. Оп, упал. Проход. Топ, лежит, лежит. Дальше. Ручки сюда. Дальше. Посмотрите. Мы держим локоть для страховки, чтобы он не ударился. Рука должна быть, видите? Дальше мы сделаем болевой прием. Что мы делаем? Мы переходим. Смотрите. Нет. То есть не так, а отсюда. Раз. Ручку сади, пожалуйста, держи хорошо. Берем ручку. Садимся. Оп. Сели. Сели. Ножки вверх. Сади и вверх. Раз. Так надо держать. Держишь или вот так. Да, вот так. Захватили. И отсюда болевой запустить. И если я начинаю давить, здесь болевой прием. Болевой прием на локтевой сустав. Разрешается делать самбо и разрешается делать дзюдо. А так как у нас две борьбы близкие нам на секцию дзюдо и самбо, то есть кто-то пойдет по самбо. Вот, например, Кристиан. Он должен иметь большой вес. А раз у него большого нет, например, дзюдо, самый маленький вес это 4 килограмм. То есть на соревнованиях он выступать может. А по самбо есть 3-2 килограмма. Значит, он, например, начнет самбо, потом подойдет, то есть подойдет вес подвинется, он будет под дзюдо выступать. И там есть болевой прием. Значит, мы делаем заднюю подножку и затем болевой прием. Садимся аккуратненько. Он ручки берет в замок. Мы, посмотрите, когда сели, видите, как ножки скрестили, сюда, оп, держим, одной рукой держим. Второй рукой мы раз берем. Вот. Если я руку, значит, сильно не надо давить, потому что он может не успеть, не знать. Ну, человек. Значит, как сдаваться? Можешь? Нет. Похлопать, например, здесь. Но если ты будешь сильно меня бить, я тебе сильнее делаю болевую. Можно сказать, есть интернет. Болею! Болею! Что ты мне, ребята? Все нормально, вот там видео снимаю. Еще раз. Смотрите внимательно. Когда вам держит. Если я начинаю сильно тянуть, и он отпустил просто резко, я могу его травмировать. Значит что, держи. И отсюда ты говоришь, есть. Или оп-оп, похлопал. Ножкой можно похлопать. Иногда. Нет. Согни ножку вот так. Согни. Ну, успокойся. Вот так. И отсюда. Да. Чтобы слежать. Вставай. Еще раз. Я говорю, больная, сколько можно говорить уже? Чтобы я вас не видел вдвоем сидеть. Как будете вдвоем сидеть, будете по 20 раз приседать каждый раз. Вы слышали, что я сказал? Кто-то встал и ушел. Встал и ушла. Вон туда. Встань туда. Еще раз. Отсюда. Хват, бросок. Делаем раз. Оп, бросим. Дальше, ножку сюда, оп, руку хорошо держи, согни. Вот так нужно согнуть, потому что я же буду падать. Дальше,
я закладываю ручку, слышу, сколько? Раз, два. Ручку в замок. Ручку в замок. Ну, коленки вверх. Коленки вверх. Вот. Я захватил. Оп, все. Ун, дой, три. 3 секунды прошло. Дальше. За пальцем имею право брать. Потихонечку. Раз. А ты сразу оп-оп, постучал и все. И я должен отпустить. Вопросы есть? Нет. Нет. Так, иди сюда. Нет, 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 Евгеньевич, нет. Артем, сюда. Что? Нельзя. Вот когда будешь, как оно? Сейчас. Все. Вперед. Ты ему делаешь. Вперед. Задняя подножка, болевой прием. Так, вы. Идите. Другая нога. Так. Сюда. Перекурить сюда, Вадим. Ты, Вадим? Сюда, Кристиан. Кристиан, Аиш, бегом. Так, со спины. Сюда, своим. Со двумя. Бегом. А, репели. Вон туда оставили. Так. Иди сюда, к нему. Иди сюда, к нему. Иди сюда, к нему. Мальчик первый делает. Хай, Аделина первая. Задняя подножка, болевой прием. Раз. Капу. Ашизацеве. Сядь. Сядь. Ножки спасти. Вот так. Хорошо. Пошли. Пожалуйста, Вадим. Все, не надо ей тянуть, не надо ей тянуть. Показал, отпустил. Так, сесть. Стоп, Мате. Еще раз, не сделали заднюю подножку. Я упал. Что дальше? Не так, как мертвые. Ножки согнуть, ручки. Вот, отсюда, вот, взять, захват. И когда делают болевой, вы держите. Потом вы похлопали и все, и встали. Пацаны, пошли. Три, первый номер, три раза второй. Задний болевой. Руки в замок. А что, нельзя было сразу перенести ручку? Все. Кричи. Раз, через голову. Так, руки в замок, Вадим, руки в замок. Но! Что? Что ты? А, молодец. Иди сюда. Что ты сюда бежишь? Бежишь, ручку. Что бежишь? Вот, берешь. Ты ставишь сюда, сюда и садишься. Бери. Раз. Так, садишься. Ногу через него перенести. Сюда? Да, садишься. Откуда садишься? Сюда. Да, сюда. Ноги садишься. Вот так. Все, пошли. Пошли, Михаил, давай. Ну, Мате, бросок, вы садитесь, потом ноги. Ну, еще раз, Артем. Артемчик, ко мне. Подойди, пожалуйста. Мы смотрим. Еще раз, посмотрите. Еще раз, посмотрите. Я сделал бросок. Оп, дальше руку держу, руки замок. Дальше. Отсюда я не сажусь. Я оп, видите ногу куда? Оп. Я могу даже здесь, видите, сделать болевой прием даже. Стой, отсюда. Обязательно ногу перенести через голову. А потом я сажусь. А потом вторую ногу переношу. Дальше. Пошли. Что случилось? Ударил я? Нет, на стадион сам да, наверное, спешил на работу.